Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru. В этом видео я хочу рассказать о косах для травы ручных в Москве. Итак, в Москве, в нашем интернет-магазине, вы можете приобрести австрийские косы самого высокого качества. Эти косы кованые, и сейчас я вам продемонстрирую те косы и расскажу о размерах, которые представлены в нашем интернет-магазине. Первая и самая продаваемая коса – это коса «Две коровы», либо по-другому «Туриндер» называется. Это австрийские косы очень высокого качества, кованые, и эти косы практически сразу же готовы к работе, сразу же после покупки. То есть здесь присутствует специальный дизайн режущей кромки, достаточно пройтись оселком, и вы уже сразу начнете работать. Но если вы хотите, чтобы ваши косы совсем уж брили, да, то для этого нужна ручная отбивка. Молотки, наковальни и все остальное для ручной отбивки вы можете купить у нас в интернет-магазине. Итак, в нашем магазине представлены косы размеров 60 см, 70 см, 80 см и 90 см и, наконец, 105 см. Сейчас я вам покажу, как выглядит коса 105 см. Я не стал его распаковывать. Вот так вот выглядит коса. Две коровы 105 сантиметров. Так что покупайте косы ручные в Москве в интернет-магазине kado.ru. Далее фирма, которая представлена в нашем интернет-магазине, это фирма Schrecken Fuchs, или просто Fuchs. Основная коса Fuchs, просто лиса, она такого вот красного цвета. Их представлено в размерах 65 и 75 сантиметров. Это коса, которая, ну, самая главная в линейке, да? То есть здесь средний жесткий строй, и вся линейка Fuchs начинается именно вот с этой косы. Далее идет коса Hartstahl. Я сейчас покажу, как она в сборе выглядит на деревянной ручке. Значит, Hartstahl у нас представлена 60, 70 и 80 сантиметров. Коса тоже очень хорошая, легкая, тонкая. Так что покупайте эти косы ручные в Москве в нашем интернет-магазине. Далее идет коса Fuchs Sense 2010, либо 2010. Это вот такая коса. Значит, здесь представлены размеры 60, 70 и 80 сантиметров. 90 и 95 сантиметров. Вот эта коса 90 сантиметров. Здесь этой косой вы сможете даже делать газон. Вот говорят, что косами нельзя делать газон, но этой косой можно делать газон. Потому что здесь специальный такой строй, здесь не так высоко поднят носик. То есть эта коса может сотворить вам действительно очень хороший ровненький газончик. Здесь вот такая форма загнутого нос такой, вот, что позволяет как бы вот загребать траву. Так что покупайте ручные косы в Москве в интернет-магазине kado.ru. Следующее. Коса Garden Sense. То есть это коса, которая представлена у нас двух размеров, 60 и 70 сантиметров. Это 60 сантиметров. Это коса, так можно сказать, для начинающих, для огородников, для садоводов, чтобы обкашивать на своих приусадебных участках, на огородах, чтобы косить траву. Очень хорошая коса, тоже также легкая и прочная, тонкая, легко отбивается, хорошо держит заточку. Покупайте эти косы в нашем интернет-магазине. Далее у нас идут косы, так называемые кустарниковые. У нас они две коровы, кустарниковая коса и коса Fuchs. Все они по 45 сантиметров. Эти косы предназначены для того, чтобы косить жесткую растительность. Кустарник, мелкую поросль всяких растений, борщевик, то есть такую жесткую растительность. То есть эти косы, они чуть потолще, они чуть
так сказать, прочнее, да, и они такие маленькие и небольшие, и для них не нужно, их не нужно хорошо и тонко отбивать. То есть не для мягкой травы, а именно для жесткой растительности. То есть здесь специальная отбивка нужна. Вот. Так что покупайте косы ручные для скашивания травы в Москве, в нашем интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.